Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажем факторизейшн мод для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется очень много новых вещей и много новых блоков. К примеру, как вы можете заметить, мод валяет новые руды. Их всего лишь 5 видов, но довольно это много. К примеру, такая зеленая руда появляется после установки данного мода, розовая, разноцветная такая руда, оранжевая и совсем белая руда. Также мод удаляет новое дерево, которое выглядит примерно так. Новая энергетическая печка, с помощью которой мы можем изготавливать новые вещи. И атомная бомба, и также рыболовная сеть, с которой вы можете ловить рыб. Также мод удаляет новое стекло и пчелиные улья, из которых будут вылетать пчелы. Да, настоящие пчелы, и которых вы сможете увидеть. Также мод удаляет новые вещи. Как видите, улетают вот такие пчелки. Например, такой нано-меч добавляет этот мод. Давайте испробуем его на нашем испытуемом. А это у нас будет житель. Как видите, мы с одного удара убиваем этого жителя. Дальше у нас идет дрель. Вот такая прикольная дрель. Довольно. Дальше идет такой краник, с помощью которого мы или вы можете делать механизмы. И также новый, так сказать, вещество. И это новая руда. Это 3 слитка в одном. И самая главная вещь в этом моде — это ключик, с помощью которого работают все механизмы. То есть вы можете отключать или включать все эти механизмы, да. И также мод удаляет новую броню, которая в 1000 раз лучше старой. И поводок, с помощью которого мы можем водить с собой определенного моба. Например, сейчас мы с собой можем водить жителя. Так, эй, ты куда? Эй, нет, не уйдешь. Вот, как видите, мы его таскаем с собой. Да, довольно прикольный мод, поэтому всем советую скачать. Как видите, опять же, доказал, что нано-меч довольно сильный меч. И его крафт тоже очень дорогой. Также мод удаляет очень много вещей, которых я вам еще, к сожалению, не показал. Но так как их нужно использовать в режиме выживания. Как видите, это такое вот дерево, из которого делается много новых вещей. В том числе и нефть. Да, нефть. Но почему-то я здесь ее не замечаю. Как видите, здесь очень много механизмов, с которых вы можете сделать свои механизмы. Это, к примеру, такие маркеры, с помощью которых можно размечать площадку и делать свой собственный механизм. Ну, как видите, довольно прикольный мод. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.